Михаил, добрый вечер. Сегодня торжественная, можно сказать, часть по поводу 11-го фестиваля «Золотая маска» в Эстонии. То есть в 11-й раз проходит этот фестиваль. Хотелось бы узнать ваше мнение, что для Таллина, для Эстонии этот фестиваль? Сменяются времена, сменяются политические курсы в странах. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, неизменны. И прежде всего это культурные связи. И независимо от того, какая у нас температура в политике, в политических отношениях, в культурном плане наши страны, Россия, Эстония, на протяжении не то что многих лет, а столетий всегда оставались в тесном взаимодействии. Поэтому «Золотая маска» – это как раз тот культурный мостик, который позволяет нам каждый год знакомиться с театральным искусством России. И это то, что привлекает и объединяет не только русскоязычного зрителя в Таллине, в Эстонии, но и, безусловно, вызывает очень большой интерес и эстоноязычного зрителя, причем разных поколений. И в зале интеграция на сцене высокая культура. Таллин всегда поддерживал «Золотую маску» на протяжении этих 11 лет. Готов Таллин поделиться славой в том смысле, что, может быть, пора уже на всю Эстонию как-то распространять ее? Потому что в этот фестиваль 11-й привезено 4 спектакля, плюс еще один дополнительный, все они проходят в Таллине. Ну, наверное, многим хотелось бы это зрелище увидеть. Вот как вы считаете, есть ли потенциальная такая возможность, что «Золотая маска» расширит, так сказать, круг? Мы только приветствуем возможное расширение потенциала «Золотой маски» в Эстонии. Будем рады, если наши коллеги, соседи примут у себя на своих сценах «Золотую маску». Я уверен, что зрители не только в Таллине, но и в других городах Эстонии ждут. Спасибо вам.